Всем приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть в Asterigos Curse of the Stars. Так что не забудь поставить свой царский лайкосик, нажать на кнопочку подписаться и на колокольчик. Это очень важно, чтобы тебе приходили уведомления о следующих стримах. Все, надевай наушники и поехали! Так, ну что ж, продолжаем играть за нашу девчоночку. Мне игрушечка более-менее понравилась, хотя в прошлом ролике... Ладно. Я очень сильно... Это же... Мечи, да, круто! Сейчас, могила легионеров Северного Ветра. На этой могиле лежат различные предметы экипировки легиона Северного Ветра. Судя по надписи, это место стало последним пристанищем для Хавтора и Гуна Сарсона. Это могила легиона Северного Ветра, и судя по ее виду, появилась она здесь недавно. Хавтор и Гунасар, тут фу, блин. Не знаю, что стало причиной вашей гибели, но да сопроводит ветер ваши души. Вот, так очень я управление, так сказать... критиковала, забыла это слово, но, судя по направлению, отсюда я смогу добраться до города. Ух ты, какая ужасающая магическая аура. Даже в лесу было полно странных незнакомых мне существ. Тьфу, блин, если все дело в магии, то в городе, наверное, тоже. Так, Хильда, не думай об этом, ты должна сосредоточиться на задании. А о чем я говорила, я забыла. Я забыла, о чем я говорила. А, так вот, переспав с этой мыслью, с этим управлением, то есть я вчера снимала, сегодня уже новый день, и я снимаю... Не могу поверить, что Хавтора и Гунасарсона больше нет. Что же случилось во время операции «Пепельный ветер»? В последнем рапорте говорилось лишь о том, что в Офесе остались жители. Я очень за них переживаю. Надеюсь, Северный Ветер приведет меня к отцу. Я бы все за это отдала. Можно мне тоже поговорить чуть-чуть? Так вот, я подумала, и это хороший выбор на самом деле. Они вышли из ситуации, как чтобы было больше кнопок. Так, у нас справа 4 кнопочки, вот это вот. А, Б, В, Г, Д и тому подобное, или треугольник, крестовина и тому подобное. А так, если мы нажмем сюда, то появляется еще 4 кнопки. То есть вместо просто вот этой одной бить, у нас появляется еще 4 дополнительных. То есть мы просто вот можем бить. На квадратик, на треугольник мы бьем еще раз. На кругляшочек мы уворачиваемся. На X мы там все берем. А делав так, мы нажимаем на те же кнопки, но это еще разные будут умения. То есть они хорошо вышли из ситуации с добавлением умений. По-другому никак. Ух, только бы не свалиться в воду. Я ведь так и не сдала экзамен для легиона по плаванию. Ненавижу это чувство. Под водой словно нет дна. Ну вот и возьмем бальзамчик на всякий случай. Так, ага, есть лестница, можно вниз карабкаться. И там я, знаешь, что я вижу? Вот, записочку. Так, этот идиот Марбл не придумал ничего лучше, чем вести военное положение. Может, он вообще решил править Офесом в одиночку? Получится ли у него снять Астеригос? Судя по состоянию людей и потому, что армия потеряла контроль над всеми районами, можно сказать, что Офесу конец. К счастью, я давно готовился избежать из этого проклятого места. А можно потише, блин, вода? Потише, пожалуйста, я ж оглохну. О, хорошо, что мы сюда пошли. Обломок астеритовой руды. Ага, что мне с ним делать, с этой рудой астеритовой? Ладно. Блин, красивое свечение. Скарабкаемся. Это мы карабкаемся, да, так? Хорошо. Так, надеюсь, крокодилов больше не будет, а то мне как-то не понравилось. И никаких вот этих канализационных монстров тоже не будет, а? Ну, какая-то подгрузка сейчас была. Что-то подгрузилось. Ага. Стоп, подожди. Отлично, это я тоже могу разбивать. Хорошо, как.
Как в Steel Rising. Надо ее тоже пройти, ё-моё. И Тимезию хочется это пройти. А вот только сил нету. Особенно Тимезию нету проходить, потому что там уровень сложности не поменять. Там пипец. Опять труда. Так, мы можем сюда забраться? Нет, мы не можем сюда забраться. Она не умеет прыгать. Она прыгать не умеет. Там впереди. Эта энергия отличается от той, что я чувствовала ранее. Что это? Какая-то магия? Так, игрушку, пожалуйста. Аккуратно. Кстати, сейчас она сама шла. Выпустите нас! Мы хотим уйти! У нас приказ от Артхонта Старого проверять каждого. Строго, кто пытается покинуть Эфес. Но это не из-за меня распространилось проклятие. У меня есть пропуск и подтверждение средств. Вы обязаны меня пропустить. Нет, не обязан. Вам нужно повторно подать заявление на пропуск. Идите на площадь. И все. Что случилось? На помощь, чудовище! Один человек только что превратился в монстра. Что? У него в руках был астерит. А потом он вдруг... Да, благословит вас Троица. Мы обречены. Это что, магия какая-то? Образы? Неужели я видела то, что произошло в Эфесе? Связано ли это с проклятием? Здесь столько невероятных явлений. И поэтому ты записываешь это в книжку. Нормально, мы еще дневник увидим. Хорошо. Наверное, так сегодня я проснулась. Побила крокодила. Ничего, со мной это в первый раз, но я справилась. Буду ждать следующего крокодила. Это крокодил следующий, да? Стоять. Ладно, подожди, ты житель Эфеса? А ты, я вижу, из Легиона Северного Ветра. Только ты еще ребенок? Ты знаешь про Легион Северного Ветра? А не подскажешь, где мои собратья? Сейчас на это нет времени, ты пойдешь со мной. Вот видишь? Ёп, пойду. Ты чё? Ой! Ты чё? Надо зелье выпить. Тихо. Я не знаю, что он там делает. Я не знаю, но я просто буду его ударять. Очень сильно ударять. Вот так вот. На тебе. На. И вот так вот. На. Я волшебница. Я из страны Оз. Я еще та волшебница Винкс. Я их... Это сестра. Нет! Ниху! Мяу! Это что такое было? Ети твою зомбу, это что такое было? Не говорите, что я вернусь обратно. Блин, это же грёбаный сон. Неужели она и правда воин Северного Ветра? На вид она еще юна.
Госпожа, при ней был вот этот приказ. Более того, госпожа, прошу прощения, что вмешиваюсь, но у нее на шее кулон. Что ж, хорошо. Я осмотрю ее и проверю волшебную синергию. А, так это все по сюжету? Значит, я не могла его убить? Ну, я почти с ним справилась, кстати. Она очнулась. Да ладно, прекрасно, нам нужно поговорить, чужеземка. Что это за место? О, северный ветер, вы все еще выглядите странно. Кто вы такие, офисяне? Да, мы офисяне. Если точнее, мы Аристои. Меня зовут Миневрова, и это я дала приказ схватить воинов легиона Северного Ветра. К моему счастью, мы встретили тебя. Видимо, такую судьбу нам уготовила Троица. Что теперь будет со мной? И кто такие Аристои? Тише, тише. Аристои — это человек благородное происхождение. Как тебя зовут, дитя? Хильда. Хильда, ты пришла сюда от имени королевского дома своей страны в поисках командира Гарольда, верно? Ты рылась в моих вещах. Спокойно, я еще не договорила. Я проверила твою восприимчивость к магии. Именно поэтому я знаю, что ты не просто разведчица, ты дочь Гарольда. Ах ты! Сочту это за признание. Что ж, продолжим. Я хочу обсудить с тобой кое-что еще. Роксана, покажи эхо еще раз. Да, госпожа. Эмминит, фу, блин, какая удача, я как раз искала. Это неудача, я сам к тебе пришел. Приятно видеть тебя в добром здравии, но прошу прекрати общаться с Гарольдом. Он крайне важен для моих планов. Взгляни, что они сделали по твоей милости. Остановись, Эмминит, ты принес наш город хаос. Этого я и хотел, они превосходные бойцы и довольно эффективные пешки. Я добьюсь своего, и чужеземцы мне в этом помогут. То есть ты готов пожертвовать всем ради собственной выгоды? Ну что ты за лицемерка? Ты ведь сама прекрасно знаешь, что Афес — лишь угасающая иллюзия. Да, некоторые солдаты погибли, и что с того? Каждого, кто пытается меня остановить, ждет расплата. Ты заходишь слишком далеко, Эвменит. Немедленно отпустить чужеземцев. Своими действиями ты навлечешь на нас беду. Какая ты жалкая. Думаешь, повысив голос и глядя на меня с укоризной, ты сможешь позвать к моей совести? Наши отношения уже давно переданы. А Гарольд? Гарольд тебе не послушает. У него нет другого выбора, кроме как повиноваться мне. К тому же чужеземцы полностью в моей власти. Что тут непонятного? Ты и сама знаешь, что не сможешь помочь Гарольду. Он не станет тебя слушать. В каком-то смысле он даже упрямее меня. Разговор окончен. Я сказал все, что хотел, а теперь я тебя оставлю. И знаешь, Минерва, нам не стоит больше видеться. Эвменит! Наконец-то я прочла правильно его. Ух ты! Отец, что все это значит? Если вкратце, легион твоего отца постригал опасность. Эхо камня запоминает все, что происходит в этом городе. Они показывают чистую, неискаженную правду. Есть вопросы? Да, почему немного дергается картинка? Надеюсь, вас сейчас не стошнит. Но почему он так дергается? Тоже замечаете? Чего это такое? Так. А, не могу. Не могу, ладно. Хотела в менюшку зайти. Так, спросить о том, что случилось с городом. Спросить, что случилось с легионом Северного Ветра. Спросить, кто такой Эвменит. Ну, давай спросим. А кто такой этот Эвменит? Мой отец не стал бы сотрудничать с ним по доброй воле. В чем же тогда дело? Эвменит — тот самый человек, что впустил в город проклятие и сделал нас такими. Он сотворил такое с целым городом в одиночку? Но я думала, что Афес проклят уже тысячи лет. Значит, вы
Все верно. Мы используем эти изможденные тела на протяжении тысячи лет. Постой, вы прожили тысячу лет, но это невозможно. Если вкратце, сейчас Эвменит, несомненно, самый опасный и коварный враг Эфеса. Он воспользовался преданностью твоего отца королю, чтобы манипулировать легионом, а еще он пытался помешать мне найти способ снять проклятие. Почему он хочет тебя остановить? Зачем ему это? Что это за проклятие? Как от него можно освободиться? Я понимаю, что ты потрясена, но нельзя ли немного подождать, прежде чем спрашивать о таком? Почему это? Я же еще не задала вопросы более личного свойства. Мне известно, что ты до сих пор у меня побаиваешься, но я тоже не могу всецело тебе довериться. Прежде чем мы с тобой станем более открыты друг с другом, тебе придется доказать свою ценность. Что скажешь? Так. Что случилось с Легионом Северного Ветра? Банды Черных Улиц следили за ними с тех пор, как они сюда прибыли. Лабрисы отлавливают чужеземцев, что осмеливаются войти в город и используют их в своих целях. Вашему Легиону удалось от них отбиться, но его настигла опасность посерьезнее. Это как-то связано с Эвменидом? Да, но он повинен во всех наших несчастьях. Хорошо, последний вопрос. С городом. Сколько в Эфесе таких же, как ты? Ты, наверное, думаешь, что Эфес – проклятая пустошь, но это не так. Многие здесь по-прежнему стараются жить обычной жизнью. Город населяют простолюдины, солдаты, даже банды головорезов. Однако из-за магии мы не можем выбраться из ее за его пределы. Почему? Ответа я тебе не дам. Вернее, скоро ты сама все узнаешь. Хорошо. Завершим. Сколько в офисе таких же, как... Это мы знаем. Так, завершение. Значит, Эвменит не просто угрожал моему отцу, но еще и манипулировал им, чтобы тот делал за него всю грязную работу. Но они же хотели следовать Эфес, только и всего. Почему все так обернулось? Неужели? А мне кажется, твои люди совершили большую ошибку, решив прийти сюда. Я не причиню вреда кому-либо из Легиона Северного Ветра. Однако для всех будет лучше, если вы как можно скорее покинете наш город. Если ты готов сотрудничать со мной, вероятно, мы сумеем положить конец этой катастрофе, обойдясь малым числом жертв. Что скажешь? Ради безопасности отца и остальных солдат, я готова на все. Ясно. Что ж, тогда от лица всех последователей я приветствую тебя в наших рядах. Отдохни пока или познакомься с местными жителями. Они помогут тебе привести в порядок оружие и снаряжение. Как будешь готова, возвращайся ко мне, и мы обсудим наши дальнейшие планы. Неплохо. Только сейчас я хочу выключить вертикалочку. Подожди. Блин. Таланты. Теперь можете выбирать, какие таланты развивать, чтобы в совершенстве овладеть любимыми умениями и оружием. Так, РБ, ЛБ. Повернуть диск талантов. Ага. Укрытие. Укрытие — это подконтрольно последователям территории, а также безопасная зона в игре. Поговорите со всеми обитателями укрытия, чтобы узнать о профессии больше. Минерва, лидер последователей. Она будет поручать вам задания с помощью военной таблицы, в которой представлены сведения о ситуации в каждом из... Так, отлично. Подожди, хватит писать. Вот, отлично. Так, системное требование. Графика. Сейчас, подожди, где вертикалка? Вертикалка! Может, здесь? Да, давай выключим. Давай на всякий случай выключим. Стоп, я сохранила? Выключи, да, сохранить и выйти. Так, посмотрим. Вроде получше. Так, хорошо, взаимодействовать. Как тебе наше укрытие? У вас отличная база, к слову, я готова. Хорошо, тогда идем, обсудим наш уговор. А что там обсуждать? Твоя задача найти Гарольда и попросить Легион отступить. Моя же снять Астерига с проклятия, которое вот уже тысячу лет терзает город. К счастью, Бион передал мне несколько эхо-камней. Они все хранят память о твоем отце. Эти эхо помогут определить, где он побывал. Просто так ты их мне дашь, да? Верно, я должна убедиться, что ты не представляешь угрозу для последователей. А до тех пор эхо-камни будут у меня. Без помощи последователей у тебя нет шансов отыскать в этом городе следы собратьев. Хорошо, выбора-то у меня все равно нет. Но мне, по крайней мере, интересна твоя организация. И Эфес тоже. Твоя любознательность поистине впечатляет.
Не желаешь спросить о чем-нибудь еще? Если нет, то можем приступить к делу. А, нет, я хочу приступить к делу. Я готова. Давай сотрудничать. Хорошо, мы договоримся. А поскольку ты осмелилась в одиночку пойти в АФС, тебя можно отправить на вражескую территорию. Хорошо, давай взглянем на макет местности. Давай. Давай. Так, Черная улица. Ну ладно. Так, Черная улица между внутренней и внешней стенами города всегда кишели рабами, бедняками и бандитами. После Астериогуса Бараат приказал лабрисам спровоцировать среди жителей Черных улиц бунт. Хорошо. Так, первым делом отправляйся на Черные улицы и добудь камень перемещения, украденный лабрисами. Не так давно его присвоил один из людей Бараада. Мы должны вернуть камень. А лабрисы очень опасная группа, их лидер Бараад даже называет себя королем Черных улиц. Будь осторожнее, если Бараад заметит последователей, нам обеим будет худо. Когда приготовишься, отправляйся в канализацию, там находится вход на Черные улицы. Информатор Квинт расскажет тебе о камне перемещений. Хорошо. Хорошо. Угу. Возьми с собой мерцание, оно осветит тебе путь. Это что, магия? Здорово! Не, просто магия, используй его с умом. Вернемся к делу, отправляйся в туннель слева от меня. Там будет вход в канализацию. Через канализацию ты попадешь на Черную улицу, там с Квинтом договорились встретиться. Хорошо, хорошо. Ступай. Если у тебя появится вопрос, можешь смело обращаться ко мне, Биону или Роксане. Хорошо, хорошо, хорошо. Можно дальше? Поняла. Можно выйти? Мерцание освещает местность вокруг Хильды. Поместив мерцание на панель быстрых предметов, вы сможете включать и выключать подсветку одним нажатием кнопки LS. Я не знаю, где эта кнопка. Другой способ использовать его в меню предметов. Чтобы изменить кнопку активации быстрого предмета, откройте системное меню. Ага, хорошо. А, я хочу на тебя поближе посмотреть. Ой, не на тебя, а на вот эту мадам. Мадам, можно я на тебя посмотрю как-то там? Можно ее обойти, там посмотреть? Женщина. Не могу я с ней поговорить. Ладно, пошли в канализацию. А как, нет? А, стой. Женщина, мне ж надо в канализацию. Ты же мне сказала идти в канализацию, верно? Женщина, мне в канализацию. Куда мне? Вот слева от меня, от тебя. Чего-то не так? Не хочу с ней говорить. Я хочу уже как бы играть. Вот, наверное, сюда, слева, да? О, жители. Здравствуйте. Ладно. Так, куда мне идти? А где светлячок мой? Вот это? Что происходит? Я на что-то нажала. Давай, отдохнули. Теперь уйти. Так, хорошо, понятно. Вот эта кнопка, вот где слева у нас бальзамы, правая штука золотая. Я нажала на нее и, короче, куда-то перенесло. Куда-то меня перенесло. Какие-то катакомбы. Так, куда мне идти дальше? Я понимаю, у вас тут очень интересно. Давай с тобой поговорим. Привет, могу ли я тебе чем-то помочь? Князь Вулкан. Умеется два защитных украшения, которые носят многие офисяне. В этих украшениях заключена магия. Угу. Встреча с Квинтом у входа в канализацию. Вот слева у нас задание. А где вход в канализацию? А где вход в канализацию?
А где в канализацию вход? Женщина! Хилда? Time is of the essence. Да я понимаю, что он ценный ресурс. Ну куда мне идти? Куда? У меня есть карта? У меня нет карты. У меня есть хоть что-то? Ох, ё-моё. Так, хорошо. Хорошо. Не понимаю. Где вход в канализацию? Вот там? С тобой мне встретиться надо? Походу нет. С тобой? Мне сюда? А, это базар. А где вход в канализацию? О, вижу канализацию. Похоже, мы туда идем. Сохранение пошло. Похоже на то. Эта дверь открывается с обратной стороны. А, нет, ошибочка. Мы не туда пошли. Потрясно, потрясно, потрясно. Ты в хорошей форме. Что ты на меня так испуганно смотришь? Это мне? Тебя надо бояться. Мало кто способен заставить меня сражаться в полную силу, не говоря уже о детях вроде тебя. Я... Похоже, я тебя не убедил. Не знаком это чувство, когда вместо ответа хочется ударить собеседника. Наверное, ты еще жутко напряжена. Вот, возьми, надеюсь, тебе это поможет остудить голову. Вместо подарка лучше бы дал мне еще один урок. Ха, урок, когда ты же просто ищешь возможности мне отомстить. Но буду честен, мне нравится твой настрой. Может, представимся друг другу? Я Бион, капитан стражи госпожи Минервы, отвечаю за организацию работы и оперативное управление в укрытии. Это я нашел то эхо, которое ты только что прослушала. О чем хочешь поговорить, только не спрашивай, как меня удалить. Так, капитан стражи, отвечаю за солдат, последуйте партнерам по тренировке. Хорошо, служу леди Минерве. Давай пока не будем. Oh, glory of the three. Куда мне идти? Неужто мне с этой бабой надо поболтать? О, эта дорога идет к черным улицам. Мы следим за тобой, чужеземка. Отлично, я нашла вход. Это я за тобой слежу, солдатишко. Пью. Так, заброшенный акведук. Видук. Прыжок. Удерживайте РТ и нажмите Б. Хильда способна перепрыгивать некоторые препятствия, но она может отступиться, так что будьте внимательны. Ага. Типа, ну, вот так вот. Пипец. Пипец. О, это я могу взять? Это я могу. Осколок Этерита. Господи, можно что-то по-русски, пожалуйста? Я уже заколебалась ваши всякие читать непонятные фразочки. Так, давай еще попробуем. О, отлично. Отлично. Да, не круто нажимать две кнопки. Серьезно, пипец. Трындец просто. Так, что за загрузка? Все грузится, прогружается. Кошмар. Что внизу? Внизу у нас что-то есть? Давай посмотрим. Ага, есть какой-то проход. Да нет, тут ничего нет. Можно было даже не рыпаться. Давай, скарабкивайся. Быстрее, быстрее, моя хорошая. У нас мало времени, мы спешим. Нам надо спасать мир. Ты забыл. Это конец канала? Мы же должны были встретиться.
Это что, надпись на земле? В моем хранилище на черных улицах что-то стряслось. Убежал туда. Пришлите подмогу, Квинт. Он просто нацарапал это на земле и убежал? И что за хранилище такое? Сказать Минерве или лучше поспрашивать на черных улицах, где у Квинта может быть хранилище? Поищите Квинта в его хранилище. А может лучше сказать Минерве? Давай скажем Минерве, отправят подмогу, чем будем вот это как бы беспокоить, там, лазить где-то, какое-то хранилище искать. Давай просто скажем, они сами разберутся. Ну нет, поищите Квинта. Поищите Квинта. О! Активировать охраняшечку. Так, что у нас тут? О, у нас тут целая деревня открылась. Ничего себе. Ладно, я думаю, на этом сегодня приостановимся. И в следующей серии уже будем смотреть на целую деревню и искать Квинта. Все, не забудь поставить свой царский лайкосик, нажать на подписочку и на колокольчик. Все, всем пока-пока.